Многодетная семья Тимофеевых из Маргаушского района справила новоселье. О том, как им удалось решить жилищный вопрос, в нашем материале. Александр Тимофеев первых гостей встречает с нетерпением. Большое семейство только что переехало из маленького дома в просторную квартиру. Можно пройти? Конечно, добро пожаловать. Детская, гостиная, спальня, свое жизненное пространство теперь есть у каждого члена семьи. Плюс к этому кухня, туалетная и ванная комнаты. Александр Тимофеев воспитывает 4 детей один. Мать их бросила. 2 направления было. Работа по материнскому капиталу, чтобы оформить, получается, на главу семейства. А он был оформлен на мать. Это одно направление. Второе направление, то есть недоставало средства. Не хватало средств, порядка 300 с небольшим тысяч рублей. Помощь в приобретении жилья оказали 2 фонда – поддержки социальных и культурных программ и Российский детский фонд. Глава большой семьи еще только привыкает к новой квартире в селе Юськоси. Конечно, не верилось, что это все произойдет. Ну, а потом все закрутилось. Условия хорошие, и детям нравится, им, потому что недалеко отсюда идти в школу, 3 минуты. Раньше младшие Света, Леша и Надя каждый день ездили 4 километра на автобусе в школу. В деревне у Тимофеевых остался старый дом и живность. Что с этим делать, глава семейства уже решил. Продать и сделать хороший ремонт в квартире. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов. Республика.